Сюда нет, по одному человеку сидит за столом, один за столом. Нет, вот сюда, куда, все. Вот стол по одному человеку за столом, все. Вот ровно здесь все почти. Вот стол еще, вот стол еще. Все. Выходим. Это у нас еще одна монета, да? Сегодня три тура. Первый, значит, двухходовки. Второй тур, значит, у нас трехходовки. И третий, что там у нас сейчас забыл? Композиция? Да. Третий тур. Значит, на первый тур мы вот, у нас будет стоять здесь часы, мы включаем время. Вам дается 20 минут. По истечении этого времени мы у вас забираемся. Кто закончит раньше, значит он в общем отдыхать будет. После окончания тура у нас будет 5 минут, вам дается на отдых и будет второй тур. На второй тур, значит, у нас дается, там я забыл, 50. Да, это помню. И после него перерывчик 5 минут, опять так же. И третий тур дается 100 минут на третий тур. Значит, мы будем по ходу подсчитывать, пока будет идти там второй тур, мы подсчитаем, постараемся подсчитать ваши результаты по первому туру, соответственно, после второго, во время третьего, второй тур сосчитаем уже, чтобы вам вывесить результаты. Там два человека. Расскажите про категорию, как вообще все участвуют. Так. Дети, взрослые, какой пример? Ну, вы положение читали? Нет, конечно. А почему? Это сложно. Как это? Каких-то дополнительных категорий нет. По положению. Я не вижу их. Их нет. Вы все участвуете вместе, да. Какое-то положение там было. Ну как, ну вот у меня в руках положение. Так Кубка России. Еще победа, но может кто-то какие-то нормы может выполнить. Количество регионов 30, чтобы была норма мастера. В таком же мероприятии второй раз. Если кто-то выполнит, значит, после двух баллов. Ну, основной в основном. Там по третьему я потом объясню немножко. По третьему, потому что там немножко... Ну, там этюд понятно. Да, типа этюд. Один вариант. Да, давайте этюд, давайте вот потом. Да, сейчас попроще, а потом с этюдами я уже вам объясню, чтобы вы не запутались. Сейчас вы просто пишите правильное решение. Значит. Никто никуда не выходит, туалетная комната здесь, поэтому. Вот здесь пишу. Вот здесь. Имя свое. Ну, страна, и так понятно, Россия, да. И ответ вот у вас есть напротив. Два поля. Так, все. Тут белый везде, да? Я пошел туда. Белый поле. Туда. А, давайте карандашом. Время пошло. По окончанию подходите сюда, отдаете... Ваши результаты.
Чому? Thank you.